уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все монеты. Уважаемые зрители, среди трехкопеечных монет, отчеканенных в 1989 году, нумизматы выделяют несколько вариантов. Коллекционная стоимость наиболее редкого из них может составлять $350 США. При чеканке трешек в 89-м использовалось несколько разновидностей штемпелей аверса и реверса. Поэтому, чтобы понять, какое сочетание лицевой и оборотной стороны монеты является самым редким, давайте вначале рассмотрим, чем исполнение аверсов и реверсов отличается друг от друга. Друзья, вначале я опишу более заметное различие. Посмотрите на реверс. Тут важно обратить внимание на то, как выполнены цифры даты 1986. Если они более тонкие и расставлены немного шире, такие 3 копейки чеканились на Ленинградском монетном дворе. Если же цифры толще и сближены между собой, то это 3-копеечник выпуска Московского монетного двора. Теперь смотрим на аверс. Отличие здесь увидеть сложнее, но если вы знаете, куда смотреть и что именно делать, то этот поиск тоже не составит труда. Дело в том, что небольшая часть тиража 3-копеечных монет 1989 года была отчеканена с использованием штемпеля лицевой стороны, применяемого для изготовления 20 копеек образца 1980 года. Аверс таких монет имеет некоторое отличие от стандартного для 3 копеек 89-го. Внимательно присмотритесь к просвету между вторым левым колосом и стеблем третьего колоса в гербе СССР. Если в этом месте из-под ленты выходит длинная, хорошо видимая ось, то такая неправильная, назовем ее так, монета отчеканена штемпелем для 20-копеечника. Относительно редкими являются 3-копеечные монеты, имеющие сочетание реверса, ЛМД. Цифры даты тонкие и расставлены шире. И аверса от 20 копеек сейчас могут стоить всего лишь несколько долларов. А по-настоящему редкие монеты, отчеканенные на Московском монетном дворе. Цифры сближены и толстые. Свыше ранее сказанным неправильным аверсом. Их коллекционная стоимость в наши дни составляет примерно около $350 США.